Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 1987. С вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, то бишь Нефрит. И сегодня мы... Хочу пройти с вами игру под названием Resident Evil Code Veronica X. О, подождите. Кстати, кое-что забыл. Я аж хотел тут немножко прикидик еще сделать поинтересней. Точно, точно. Сейчас, вот я снова с вами. Да, не забываем, кстати, ставить люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставлять ваши комментарии. Игра содержит сцены насилия и жестокости. Симулятор, конечно, подвозился, но я все-таки его сделал. И это уже большой плюс. Что мы с вами сможем потихоньку впасть в 2001 год. Какая-то она хе-хе. Ну ладно. Шутка шутками. Да блин. Так. Ну, у нас новая игра, конечно. Resident Evil. Ребят, будем вспоминать. Так же, как я вот тут вспоминал. А, ну сейчас пускай. Кого? Американский городок Ракун был полностью уничтожен в результате вспышки эпидемии Т-вируса, исследованиями которого занималась международная корпорация Umbrella. Клэр Редфилд, которая приехала в Ракун в поисках своего пропавшего брата Криса и полицейского Леона Кеннеди, смогла убежать из города. Она приехала за братом? Но за это было лишь началом новых и испытаний. Леоном Кеннеди. Забавно, да? Уже перевод начинает радовать. Она пересеклась с Леоном Кеннеди, а не приехала его искать. 3 месяца спустя. Твой идентификационный номер WKD4496. Добро пожаловать в свой новый дом. Ее зовут Клэр Редфилд. 10 дней назад мы засекли ее проникновение в нашу секретную лабораторию. Очевидно, она проникла в комплекс в поисках своего пропавшего брата, Криса Редфилда, одного из тех, кто остался в живых из команды Старс. Не с места. Ха-ха-ха.
Ну и вот мы оттопырились. Если бы у меня была бы зажигалка, я бы мог рассмотреть. Ну, да. Начало. Перевода мы уже видим, как нас радует. Попробуем здесь протайничок. Ну, тайничок. Кто знает, тот всегда найдет. Ой, не то нажал. Привык на шифт бегать просто. Ага. Хуй зигал! Эфиоп. Отлично. Отлично. Все уходим отсюда. Здесь все кончено. Я уж не знаю, что это были за спецвойска, но в любом случае эту тюрьму взяли, а всех солдат уничтожили. Что ты говоришь? Ты можешь спокойно уйти из комплекса. Но хочу сказать, что с этого острова тебе уйти не удастся. А как же ты? Что ты будешь делать? Обо мне не беспокойся. Ну да. Ну, потрошки. Так, надо книжку прочитать. Руководство. Осмотр объекта при нахождении нового объекта. Не забываем осмотреть его с помощью команды. Бля, все понятно. Ножик, ну да. Впрочем, мне кажется, его надо не брать. Лишь не место занимает. Все равно мы скоро ствол найдем. На список заключенных в конце мое имя. HKL 4490. 9B или 6. Клэр Редфилд. Имя сопровождающего в конце документа. Umbrella Medical. Париж, начальник третьего отдела. Родриго Хуан Равал. Какой-то Хуан там на Равал. Сейвилка первый, вот тараканов сколько бегает. Не сейвиться мы здесь не будем. Мышь. Чё там так рано ещё сейвиться? Бежим. О да, сейчас долгие поднимания. Тут же были всегда такие места. Есть. Где долго подниматься, долго дверь будет открываться. Ещё с такими звуками, типа сердца. Зажигалка попадает, да? Шипит так. А, нет. Это вам что шипит? И сейчас...
горло. Еще один горло, блядь, вот горло мы вылазим. Голые швы, да. У них не синие, она отпала, блядь. Я не знаю, где тут женская, где мужская. Вот. На джойстике-то куда удобнее. Надо геймпад срочно брать. Нет! Вы не стреляйте! Кто ты такой? Ха? Ты не зомби? Супер! Мы здесь! Я уже иду! Мы здесь! Я уже иду! Блять, кто мы? Куда идешь? Ёб твою мать! Тонкости перевода. Я прошу прощения за это недоразумение. Я подумал, что ты одна из этих монстров. Заткнись! Еще раз дернешься, я выстрелю. Попустись, красотка. Я же извинился. Меня зовут Стив. Я был пленником на этом острове. И я так думаю, ты тоже из Амбреллы. Нет, я Клэр. Клэр Редфилд. Клэр? Здорово. Здорово, вообще. Я это запомню. Эй, ты тут случайно не видела аэропорта? Как только я его найду, я сразу уберу с этого сумасшедшего острова. Ну пока. Эй, постой! Адьос. Не надо за мной идти, леди. Ты будешь меня тормозить. Он какой? Ты взял пистол. Мы взяли пистол. А тут пистол. Пистол. М93. Итальянский пистолет с пулеметом 9 мм. Блин, я все пытаюсь нажать. Что бегать. Так, тут я не ошибаюсь, да. Память меня еще не подвела. Он не дышит. Он меня не слышит. Он бежит, не дышит. Чем? Так, сейчас мы сбегаем в травку. А, грёбаный шип. Ну, на шип бегать не надо. Пиздос. Так он целится.
Да. Причем в третьей части вот она уже умела подниматься, Джилл. А Клэр так и не научилась. Мы знаем, что третья часть и Код Вероника разрабатывались параллельно. В третью часть, как мы знаем, больше души вложили. Хотя Код Вероника, скажу честно, ребят, тоже охрененная. Так сказать, часть под подчасть. Подкаст. Подкастер. Бомбастер. Честно, меня очень впечатляет эта игра. Да, возьмем карту тюрьмы. Похоже, кто-то так и не доел свой суп. Он еще теплый. Да вон, ребят, что-то будет. Ничего интересного. А, на зомбаков. Кстати, смотрите, я думаю, как прям в этом. Нет, ребята, стоит ужасный вой. Прям как в этом. Как в СК. Там же персонаж, если обращает голову, поворачивает куда-то, знаешь, какой-то там объект лежит. Записка. Дневник зэка. 13 мая в камере ужасная вонь. Судя по найденных мной данным, я полагаю, что нахожусь далеко к югу от экватора. Мне повезло, что Боб с нижней койки довольно интересный парень. 16 мая. Сегодня Боб рассказал мне, почему его сюда посадили. Он сказал, что раньше он был заместителем администратора комплекса. Этот тип по имени Альфред посадил его сюда из-за какой-то мелкой ошибки. Что это значит? Что со мной будет? 20 мая. В камеру ворвались военные и забрали Боба в здание, находящееся за гильотиной. Ночью я попробую пробраться к нему. Я слышал, что тех, кто туда попали, больше уже никто не видел. И действительно, оттуда постоянно выносят большие пластиковые мешки. Я могу только молиться за Боба. 21 мая. Нет, мне не стоило ходить туда. Что там происходит? Я слышал только какие-то безумный смех и крики Боба. Я даже не знаю, что мне делать. Я не могу выбросить это из головы. Меня ожидает такая же участь? Нет, я не могу. 27 мая. Всех, кто сидел со мной в камере, уже отвели в то здание. Я знаю, что я следующий. Теперь мне ясно, что Альфред использует нас в качестве подопытных. Я обречен, что же мне делать? Пипец. Нечего делать, да. Произойдет нечто не камильфошное. Делать нечем. Ты ожил. Вот это мне не доставляет удовольствия.
Гаденушка выползет. Е, у нас уже появилась классная кошечка. Тренс-то-тренс. Супер-класс. Че, респавнили что ли? You die. В сетке видна огромная дыра. Под карнизами видны следы крови. Сейчас вроде сразу же. Нет. Правило не выпрыгнет. Ну, мы сделаем, что он выпрыгнет отсюда, собачонка. Сейчас мы сразу сходим. И прикончим собак. Потому что я не люблю, когда там что-то где-то бывает. А когда бежишь, это уже будет... Да, это будет эффект неожиданности. Супер! Но я боюсь, что я могу плохо сориентироваться, и у меня будет очень печально. До желтого видать, да? Ну, пригрохали собачек. Что немаловажно. Не люблю я собак вообще в эти игры. Ладно, хоть ворон не будет. Ой, бля, ребята. Там все прочее посмотреть. Похоже на мусорный ящик. У них походу вам ничего нету, да? А это сколько сейчас не откроется? Пятель от внешних дверей. Жать его, да. Похоже, надо закрыть. Сначала надо открыть замок. Положите все металлические предметы в ящик. А самое главное, зажигалку, сколько раз я всегда ее забывал.
ребята там за окнами шатаются. Блин, нет, это что-то у меня... Сейчас я ведь никак не взять, да. Ну ладно, в ящик берем, пускай в ящике будет. Сохраним. Целостность и сохранность. Мой спрей. Панель управления сканера. Здесь есть включатель. Жать его, давайте еще. Activate the enhanced 3D scanner. Please place the material you wish to have scanned on the scanner partition of this machine. Короче, надо хрень, материал ему, чтобы он мог что-то сделать. Можно понимать, из чего сделать и что. И как бы, и сам эскиз, и материал. Факс на комплекс форма доступа. Знакомьтесь с содержанием следующей формы доступа на комплекс и добавьте имя кандидата в список гостей. Надзиратель Пол Штайнер. Я представляю доступ в сектор тюрьмы L или A или треугольник. Вот все детали. Имя гостя Карл Гришем. Цель визита. Доставка следующих материалов. Новый образец от Metal Industries TG-01. Различные ранее заказанные товары. Инфо. Прибудет на грузовике. Образец TG-01 будет храниться в указанном кейсе. Крис Редфилд. О. Нашлись опять. Что ты тут делаешь? Крис Редфилд. Это твой родственник или как? В смысле, брат? А-а-а. Так вы родня? Знаешь, похоже, твоего брата ищет Амбрелла. Что? Мне надо связаться с Леоном и предупредить, что за моим братом следят. Мне повезло, что у меня есть связь. В этом файле хранится долгота и широта этого места. И что ты скажешь своему брату, чтобы он пришел и спас нас? Спасибо, я так и сделаю. Эй, я же пошутил. Блин, я на тебя переводом ору. Сюда нельзя попасть, даже если это кто-то твой брат. Нет, он сможет, я уверена. Фигня. Он не придет. Лучше не полагайся на других. Поверь мне, я знаю. Ну, он знает. И что это было? И что это было? Вот что это было? Не знаю, что это было, Клэр. Ну, писалка, машинка. О, а там еще что-то лежит, записка. Так, здесь мы образец отошли. А, это мы не будем читать. Письмо Леону уже отправлено. Все, заебись. Так. Замковый механизм. Поднять рычаг, да? О. Дверь что-то сдерживает. С этой стороны ее не открыть. Ну ладно. Так, ладно, берем ленту пищущую. Пищащую. Форматок. Создать файл сохранения, да.
Я не выключаю приставку вообще. Да, хотя она у меня здесь лежит. У меня еще он и джойстики от нее. От второй PlayStation, но она у меня уже мертвая. Там лазер полетел, и я не решил ее уже оживлять. А джойстики еще остались, рабочие, хорошие. Эх, воспоминания, воспоминания. Только бы если еще бы переходник бы такой найти, я же где-то пытался все найти. От джойстика к этому. К компу. USB. Было бы мне удобно вообще. Не за джойстик это. Можно ли вообще было бы играть в игрухи. Так что вот. Ну ладно, ребят, не забываем ставить любо, подписываться на мой канал, ну и, конечно же, оставлять ваши комментарии. А всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Let's rock!